Привет, народ! Сегодня поговорим об ужесточении правил реализации вейпов. Госдума приняла закон, согласно которому вводится запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет. Напомню, что в России ранее была запрещена продажа никотиносодержащих жидкостей лицам, не достигшим 18 лет. Теперь же под запрет попадают и безникотиновые жижки. В частности, в понятие никотиносодержащей продукции теперь будут входить безникотиновые жидкости. Кроме того, дополняется понятием, что же такое безникотиновая жидкость. Это любая жидкость без содержания никотина или с его минимальным содержанием, предназначенная для использования в устройствах для потребления никотиносодержащей продукции, в том числе в электронных системах доставки никотина. Также законопроектом устанавливается минимальная цена на никотиносодержащую продукцию. Эта цена будет определена правительством Российской Федерации. Кроме того, правительство Российской Федерации вправе по своему усмотрению запретить жижку, если в нее входит то или иное вещество. Также теперь торговать вейпами можно будет только в магазинах или павильонах. Исключение для этой статьи, оно имеется, это если в вашем населенном пункте не имеется магазинов или павильонов. Запрет коснулся не только розничной торговли, но и дистанционной торговли. Положения, касающиеся торговли, вступают в силу с 1 июня 2023 года. Про минимальные цены и запрет некоторых веществ с 1 сентября 2023 года. Честно, не знаю ни одного знакомого, кто бы не поддержал этот закон. Согласитесь, закон нужный и необходимый. Всего вам доброго. Пока.